Всем добрый день. Сегодня у нас 20 мая, суббота. Завтра 21. Воскресенье. Время уже час дня. Я вот тут себе приготовила какао. Хочу попить. И творожок. Немножко творожка. С какао прикрою, а то будет холодный. Продолжаю лечиться. Сегодня я орбидол допиваю. В принципе, мне еще завтра надо пить, но у меня больше нет. Потому что я вчера двойную дозу выпила. Наверное, 4 дня достаточно. Но буду пить вот это вот от горла. Кстати, надо будет сейчас выпить капли в нос. Кстати, горло получше сегодня стало. А вот нос течет не переставая. Я промываю нос. Ну, вот из этой штуки. Сюда соленую воду наливаю. Потом полощу горло этой содой. И вот тут завариваю себе ромашку. Кстати, подышать надо сейчас опять. Так, время час дня. Горло получше, нос течет безостановочно. Сейчас опять машинку стиральную включила. Платочки стираю. Быстро заканчиваются. В Дикси я так не ходила. Бумажные платочки купить. Ну, в принципе, можно туалетной бумагой вытираться. Те же самые платочки. Ой, если одноразовые бумажные. Так, что у нас там с погодой? Только что было плюс 16. Сейчас плюс 15. Похолодало. Какой-то ветер набежал. Вот если окно приоткрыть, видите, прям ветер свищет. Не, лучше прикрыть. Тучи какие-то появились. Дождя не было сегодня. Обещают дождь ночью. И следующие два дня, в воскресенье и в понедельник, дождь. В понедельник мне к врачу. Ну, дежурному в любое время. Ну, схожу, как проснусь. Часов 10 пойду. Тут недалеко, на соседней улице. Ну, три остановки. Третья остановка. По улице немножко проехать. На троллейбусе как завернет, выйдет, выйти. Три остановки. В принципе, можно пешком дойти, но... Ой, я надеюсь, что я выздоровлю до понедельника. Мне уже все это эпопея вся это надоело с этой простудой. Но нос течет не переставая. Сейчас еще что-нибудь выпью. В общем, продолжаем лечиться. До понедельника у меня еще два дня. Сегодня, завтра. Надеюсь, понедельник будет полегче. Но уже как бы... Я вот эти три дня... Короче, как я вот ходила 17-го к врачу, я с тех пор на улицу больше ни разу не выходила. То есть 18-е, 19-е, сегодня 20-е, да? Вот три дня не выходила на улицу. Может, еще и завтра не выйду. То есть четвертый день завтра. Понедельник... Честно говоря, была мысль сходить в Дикси у нас тут через дом за картошкой. Но, честно говоря, не хочу. Я перебьюсь без картошки. Скумбрию я могу просто с хлебом поесть. Я не хочу я никуда идти, выходить. Слабость какая-то. Мне еще тащить эту картошку не хочу. Ну, ее нахрен. Когда пойду в понедельник к врачу, на обратном пути зайду, куплю. Вот так вот специально ходить за картошкой. Да провались она пропадом. Я лучше какую-нибудь кашу сварю. Макароны, правда, тоже все съели. Макаронов нет. Лапшичку всю съели. А я сейчас хотела... Сейчас я поставлю мясо варить. Ребрышки. Вот это вот я сварю мясо. Ребрышки. Бульончик будет. А вот лапшички нету. Бульончик заваривать. Может, где-то есть заначки. Только я не знаю, где. У нас вот там наверху полка. Там какие-то заначки. Гречку вижу. Крупу какую-то желтую, кукурузную вижу. По-моему, одна пачка лапши лежит. Банки там кукуруза, горошек. Сейчас залезу, посмотрю. Ой, не хочу никуда идти. У меня сил просто нет. Сейчас попью какао.
займусь уборкой. Ну, в квартире, потому что грязно. Пол грязный, вот мусор кругом. Ну, потихонечку, полигонечку просто подмету. Пылесос не хочу включать, тем более я не уверена, что он работает. Подмету сейчас мокрой щеткой пол. Шерсть кошачья по всей квартире. Я уже неделю не убиралась. Когда болеешь, вообще-то чисто должно быть в квартире. Ой, сейчас пол хоть протру. Поставлю сейчас мясо варить. Будет бульончик и мясо. Там скумбрия, две упаковки, две рыбки, но они в упаковке, ей ничего не сделается. Пусть лежит. А та, которая начатая, там буквально 3-4 кусочка. Так доедим. Сейчас я поставлю воду. Сейчас я сварить ребрышки поставлю. Их, правда, порезать надо. Помыть, порезать. Сейчас я займусь ими. Ну, вымыть надо, порезать и закинуть. Сейчас займемся, чем порезать вот этим старым ножом, какой не жалко. С продуктами что-то как-то уже не очень. Ну, вот эту скумбрию мы доедим. А вот эти две упаковки, две рыбки пусть лежат. Они в упаковке, им ничего не будет. Так, масло, сыр есть, хлеб пока есть. Завтра купим. Тут у меня кефир есть. Кефир нам тоже надо мне пить, только подогретый, ну, не холодный. Так, молоко есть для кофе. Тут уже омлет сегодня с утра ели, яиц тоже нет. Ну, потом кто-нибудь сходит, купит. Ладно. Ну, пойду я в магазин, нафиг, у меня сил нет. Нос не дышит, масло есть, чебуреки есть. Упаковку завтра сварим, пожарим, сало есть, пельмени 3,5 пачки. Мяса нет, мясо я достала. Ладно, можно не ходить. Так, крупа есть. Вот, в принципе, десяток яиц не мешало бы купить. Посмотрим. Может, завтра купим. Пошлю кого-нибудь в магазин за картошкой, за яйцами. Не буду таскаться. Нос течет, дышать тяжело. Но прям течет безостановочно. Я уже не знаю, что с носом делать. И промываю, закапываю. Ладно, займусь я сейчас. Сейчас попью какао. Займусь уборкой. Ладно, всем пока. Не знаю, до какого дня, но пока-пока. Лечусь, продолжаем лечиться. Осталось понедельник мне к врачу идти, вот до понедельника. Двое суток осталось. Надо мне срочно вылечиться, как-то своим носом-то разобраться. Ну, кошмар какой-то, течет нос, все, не знаю уже, что делать.